Ладно. Всем привет, ребята, и настал наш отчет 11:22. И в 4 утра, максимум, ну так, 4:30, надо уже встать и собираться. Вещи, которые я одену, будут вот здесь, я покажу вам уже, когда встану, с опухшим лицом, с таким голосом уже странным. Вот сумочка, мой рюкзачок уже готов. Кстати, я сейчас закончу редактировать видео про рюкзак, и завтра оно выйдет, а когда я уже уеду. Что ж, приятного просмотра, и вы сейчас увидите, как пройдут 5 часов. Вот так. Именно так я одета. Вот. И да, у меня голос уже как-то вернулся, глаза уже более открылись, поэтому я не такая сонная, как я думала. И вот такой майке. Сейчас я уже вышла со своей собакой. Кстати, уже 5:30, надо было встать в 5, а не в 4. Марципан разбудил меня в 4:45, я разбудила маму, она начала собираться, а я уснула потом еще на полчаса. Мы в машине. Здравствуйте. Как ваши дела? Сразу было. Мы уже доехали, как вы поняли. И тут был дождик. Я повышаю уровень. И буду снимать вот так. Вам так нравится. Все. Так, что же бы мне взять? Может быть, гамбургер? Ну так, ребята, во-первых, вместо фишбургера нам дали чизбургер. Это мне не нравится. И они очень маленькие. Вот, просто посмотрите. Непростимо, непростимо. Самый обычный гамбургер, то есть вообще. Но он вкусный. Соленого огурчика. Одну половинку, понимаете? Одну половинку. То есть кусочек нарезанный. Но он вообще супер маленький просто. Я обычно вот такие ем. Ну ладно.
Поставим троечку так. С ниточкой. Вот, потому что это супер Макдональдс, но... Такая комнатка. Это у нас гостиная. Смотрите. Это после ремонта как раз. Тут два пуфика просто супер. Ну вот просто два пуфика. У нас находится балкон. Комната. Вот это. Здесь есть подсветка под стены и сверху. И вот спрятаны холодильник. Отсюда идет кухня, который очень круто снимать просто. Вот. Вау! Очень круто здесь снимать видео. Классная локация. И там тоже вид. Вот. И все. Тоже спрятанное. Мне очень нравится, это новый ремонт и всякое такое, поэтому так круто. Сейчас мы собираемся идти в магазин. Магазин. Мы будем кушать плов, ужин, у них дома. Мы уже вернулись, и моя бабушка накормила меня всякой кукурузой и пловом, тортом, мороженым, всем, чем можно быть. Что ж, сбоку выглядит вот стиральная машинка, раковина, я, всякие вещи уже, и... И столько классный. Ой, он вот тут настраивается температура сбоку, а там включается сама кранная вода. Ну как это объяснить? Короче, очень круто. Все. Пошла мыть-то. Итак, держи в пакетике. Эмка, пробуй, давай. Горячая, да? Первый раз пробуем. Горячая. Вкусненько. Да. Купили мне рюкзак. Всем доброго утра! Для меня уже оно не утро, но все равно доброго утра, ребятки. И сейчас 12:30, и день только начался. И сегодня солнышко, вы не понимаете? Сегодня солнышко, потому что вчера ночью шел дождь. И произошла такая ситуация. Мы взяли кучу штанов, кучу леггинсов, я взяла две пары. И получилась такая штука, что мои белые штаны уже давно испачкались, надо их в стирку, я их кинула в стирку. И взяла одну еще другую пару бежевых штанов. Но бежевые штаны были настолько на меня маленькие, что еле я в них влезла. И нам надо было идти на базар, купить сим-картки на телефон. Купили сим-картки, я еле дошла в этих штанах. Нам надо сейчас найти какие-то джинсы. Моя бабушка пообещала, что она передаст мне. Она придет как раз таки в два. Вот. И мы купили сим-картки с интернетом. Боже мой, я так рада просто, вы не понимаете. Например, уже 2 часа, я чуть поспала, даже не знаю почему. Мне принесли 3 пары джинсов, как я и говорила, и сейчас мы будем их мерить. Это первая пара. Очень хочу такую камеру. Все, я поняла. Да, у меня здесь куча разных вещей. Наклейки. Смотрите. Оп. Можно было бы круто какую-то такую штучку подружке подарить. Расскажите, где ваши цели? Там написано сбоку. А еще смотри. У него есть место сунуть в нос. Мы уже дома.
дома, и, в принципе, сейчас будем кушать. Уже только... Вот. А это, кстати, вид. Так что итоги сегодняшнего дня. Я купила тетрадки, карандаши, рюкзак и получила две пары джинсов. Ребят, спокойной ночи. Если выйдете спать, все. Пока.